Арно Бабаджанян родился в Ереване в семье преподавателей в 1921 году. Его отец был учителем математики, но при этом играл на множестве армянских народных инструментов. Уже в 3 года Арно начал играть на старой домашней физгармонии. С раннего детства он любил петь, и однажды его пение услышал знаменитый композитор Арам Хачатурян. Композитору мальчуган пришелся по душе, и он посоветовал родителям записать его в музыкальную школу. Так еще в детском саду осуществилась мечта Арно. И кто знает, может быть, в этом ему помог Дед Мороз. Для вас прозвучит песенка Деда Мороза в исполнении мужского ансамбля хоровой капеллы и инструментального ансамбля «Береза Микс». По лесам я спешу к своим друзьям, самым лучшим.